Всем здоров, братва, с вами, как всегда, Миха, это снова Танки Онлайн, снова рубрика Антикиллер. Я думаю, все уже поняли, что это за рубрика, но для тех, кто первый раз на канале, я вам напомню, это рубрика, в которой я должен достичь максимального звания вот на этом аккаунте и при этом не сделать вообще ни одного килла за всю игру. Это мой второй аккаунт, так как первый я случайно прококофонил, как я уже говорил, случайно сделал на нем килл, он теперь непригоден. И на этом аккаунте теперь пытаюсь нагнать упущенное. В прошлом, по-моему, выпуске мы уже с вами пришли к тому, что увидели, мне теперь изитка доступна, соответственно, можно теперь не только точки захватывать, а заходить вообще в любую битву и лечить своих противников. Я покупать ее в прошлом выпуске не стал, но давайте купим этот, я специально для этого выпуска и оставил эту покупку. 300 кристаллов она стоит, М0, я что-то думал, будет немножко подешевле, например, вот огнемет М0 стоит почему-то 100 кристаллов. Фриз 200 там, хотя вот некоторые есть и по 450, рельса вообще 500, ни хрена себе, так что в принципе средняя цена нормальная, я думаю, купим ее. Отлично, у меня зитка М0, и пойдем гонять. Ну, я думаю, для начала все равно я пойду куда-нибудь в режим захват точек, и, соответственно, надо мне, как я уже выяснил, для успешного фарма опыта заходить за, скажем так, слабую команду, чтобы, соответственно, там без палева в одиночку точки отхватывать. В общем, найду сейчас какую-нибудь подходящую битву, чтобы и по времени было недолго, и, ну вот, например, нет, тут что-то мало синих, хотя, в принципе, можно. Ладно, сейчас посмотрим, короче, я что-нибудь примерно, или хотя Александровск уже надоел, блин, ну, я что-то даже не знаю. Ладно, сейчас что-нибудь найду и вернусь к вам через секунду. Короче, братва, зашел я на карту Полигон. Я, если честно, в режиме Control Points на этой карте вообще, мне кажется, ни разу не играл после того, как ее обновили. Соответственно, не знаю, где тут точки, но вот одна, я так понял, по центру. Другая, блин, вообще... А, вон другая, пойду-ка попробую вон ту захватить. Хотя там, смотрю, какой-то этот нарисовался, там рельсовод, он, скорее всего, вряд ли даст мне возможность ее захватить. Блин, челики, вот здесь вот что-то нифига. Так, давайте, парни. А ты пока в меня стреляй, лучше ты в него стреляй, я буду его лечить. А вот, ребята, плюсы и зитки, я теперь... Так, меня-то не гаси, брат. Да, ты лучше вот его гася, я буду аккуратненько его подлечивать. А вот и, пожалуйста, плюсы и зитки, я теперь могу не только, скажем так, на точках фармить опыт, но еще благополучно лечить своих союзников, что будет давать мне дополнительный опыт. Блин, сейчас не успел челика подлекать. Так, кто-то респанулся, нет, это свой, все в порядке. Соответственно, карта... О, кстати, тут есть проезд, ну да, он никуда, по сути, не ведет. Попробуем сейчас вот с этим челиком, я его, конечно же, подлечу, брат, ты подожди, ну-ка, ты, главное, сейчас меня в минус-то не кинь, брат. Так, замечательно, идем захватывать точку, ну ты куда ж уехал-то, Вася, да он тебя жестко обманул. Так, буду стоять вот на этой фигне, надеюсь, моя минка здесь не... Так, парни, лечу вас, надеюсь, моя минка там не появилась, потому что я по совету своего подписчика... Встал специально на точку, так. Не, ну Изида, конечно, блин, да что ж ты меня толкаешь-то, чувачок. Давайте вот этого теперь бейте, парни, бейте его, ничего страшного. Давай, топи его, Винсера. Так, ну а я сейчас, соответственно... Да блин, я что-то заехать не смог, ёлки-палки. Да как же так... Я вообще не понимаю, во что я там уперся. Ну, видимо, во что-то серьезное. И давайте, кстати, посмотрим, что у меня по заданкам там. Заработай кристаллы на армаз. Так, войди в тройку лидеров на армаз. О, ДМ-ка мне вообще не подходит, давайте сменим. Опыт в битвах, ну вот это вот сейчас, я думаю, вообще на изи выполню. Кстати, не знаю, мы вообще затащим эту катку или не затащим. Тихо. Так, давайте гасить его, я его буду успешненько лечить. Так. Сейчас еще пойду точку захватывать. Давай, твинсера, гаси его. Точнее, не твинсера, это рикошет его гасит. Ну, мне по сути... О, да, ни хрена себе. Как это они так быстро его ушатали. Так, брат. Брат, иди сюда, давай, гаси их. Я тебя буду лечить, а ты гаси их. Так, вот этого челика, даже с учетом того, что он в минусе лежит, стоп. Да, бляха-муха. А попробую здесь, кстати, зайти сейчас в тройку. О, хороший респ. А в тройку победившей команды, хотя, чтобы нам победить, бляха-муха, надо это... катку затащить. Ай-яй-яй, вообще, как твинс-то. Так, сейчас будет развод. Опа. Давай, тихо, брат, ты давай первый езжай, ну что ты меня-то толкаешь? Не, так мы с тобой ни хрена ничего не сделаем. Наверное, мы вряд ли затащим, хотя сейчас две точки наши, только одна точка противника.
Может быть, даже затащим. И по сути, время-то так еще прилично. Можно затащить. Так, будем сейчас всех лечить. Так, братишка. Братишка, сюда иди. Эй, тихо, брат, давай, я с тобой. А тут пока челики не совсем понимают, что нужно именно меня фигачить. Так, давай, брат, я их всех лечу. А, пацанчики, вы бы ко мне бы сюда подъехали бы, что ли, а? Или вы там все в минусах лежите? Не, ну бывает. Уже 33 на 30, это нормально. Вон ту бы точку захватить было бы вообще четко. А, так, пока килла я ни одного не сделал, это круто. Это на самом деле круто. Так, парень, иди сюда. Иди сюда, брат, иди сюда. Не, на самом деле, то, что у меня теперь появился Зида, это мне просто развяжет руки, вот честное слово, развяжет руки. А, потому что просто так кататься и на точках опыт зарабатывать, ну, совсем не айс, это очень долго, очень муторно и нудно. А теперь с Зидкой-то я дам жару, смотрите, мы уже в лидерах, это очень круто. А, так, по поводу овердрайва, надо вот тут точку захавать. Или она сама сейчас захавается. Ай, бляха-муха. У меня тут ни нарки, вообще ни хрена ничего нету. Абсолютно, просто абсолютно. Так, брат. Я сейчас аптеку занарю, извини. Но я вынужден буду это сделать, чтобы не дать тебе точку захватить. И смотрите. Мы уже впереди, это круто. Возможно, даже я все заданки выполню. А кто-то, кстати, ко мне просится в друзья. Пока по поводу добавления я не буду отвлекаться. Ну, по сути, я сказал, ребята, да блин, да что я тут постоянно, какой тут идиотский сделали проезд, я вообще ни хрена не могу тут проехать. Так, отлично, вроде бы мне маленечко опыта дали за захват. Так, да ёлки-палки, пацаны, ну вы чё, где все наши-то? Мы сейчас опять будем сливать. Так, уезжаем отсюда, уезжаем благополучно. А чё-то я вообще из наших никого не вижу, куда-то все делись. Так, брат, не трогай меня, пожалуйста, ёлки-палки. А, по сути, если сейчас на центр попаду, будет вообще топчик. Как-то все без меня проходит. А, 34, хотя мы, по сути, еще в лидерстве. Так. А больше я тут, кстати, никакие пушки приобретать не буду. Блин, у меня ни брони, вообще ни хрена нету. А ДДшки мне тут, по сути, вообще не нужны, потому что я... Не, ну хотя нужны, чтобы лечить союзников, потому что ДДшка же тоже в два раза увеличение поднимает. А, ну а убивать-то я никого тут фактически не собираюсь. Так, давайте сейчас подъедем на точечку. Так, парень, держись. Ну, ёлки-моталки. Так, сейчас будем захватывать точку. Вот этого челька главное отсюда отогнать. А, точку захвачу и, в принципе, всё ништяк. Давай-ка сам себя убей, парень. Убей сам себя, чувак. Так, снова точка моя, снова... Давай, прыгай сюда, не бойся, я тебя сейчас буду. Так, давай, брат, живи. Так, отлично, ты просто красавчик. Так, сейчас тебя будут бить, а я тебя буду лечить. А ты стой здесь. Так, сейчас еще там рельса наша прилетит. Так, отлично, у меня нет ни хрена вообще ни аптеки, ни ДДшки. А, 2 минуты, даже чуть больше остается, равный счет. Надо, блин, нам как-то поднажать, ребята, ну соберитесь, в конце концов. Так, отлично. Одного челика я спас уже. Так. Парни, все ко мне, давай. Вот этого сначала лечим. Вот этого сначала, потом этого, потом того. Давай, держись, парни, держись. Ну вы куда, челики, вы куда? Да спустись пониже-то, чувак, ну ёлки-палки, 2-е место я занимаю, это круто. Так, хопа. Так, блин, сейчас вынесет меня этот рельсовод вонючий, ну да ладно, в принципе, хрен с ним. Так, 2 минуты играть, это нормально. А по поводу, кстати, вооружения, я сказал, что больше здесь, скорее всего, покупать я точно ни хрена не буду, так как, опа, тихо, брат, там мина, ну куда ты, ёлки-моталки, ну как же так-то, а? Так, парни, чё вы делаете-то, ёлы-палы? Так, давай, челик, я тебя лечу. Ты не бойся его, не бойся. Нифига себе, там, походу, кто-то залп долбанул из этого, как его звать-то? Из страйкера. Какую-то заданку уже выполнила, походу, на 100 опыта. Отлично, забираем ее, чтобы у нас цепочка не прерывалась. Так, берем вот эту нетруху. Блин, брони нету, это, конечно, печально. Это очень печально. Так, давайте, ребята. Я здесь. О, красавцы, овердрайв прям вовремя занарили. Респектос вам, тихо. Сейчас оттуда прилетит рельсовод на голубом вертолете. Опять мне кто-то дал рельсу. А походу там какой-то чувак шарит, что надо именно меня гасить. А потому что я смотрю, что-то он прям направленно по мне бьет. Так, братишка, сюда, не успел. Ну ничего страшного. Опа, опять рельса меня выносит. Ну скорее всего, да, она в теме, что надо зидовод валить. Так вот, по поводу комплекта, бляха-муха, никак не скажу. А, буду я покупать на этом аккаунте, получается, буду покупать
Так, сейчас вдвоем с тобой, чувак, захватим. Буду покупать комплект вампир, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. А, соответственно, там Васпем один сейчас, ни хрена себе мне опыта дали. А там, блин, я отстаю, ребята, причем так нехило отстаю. Так, у нас на этом комплекте Изида М1. Парень, дай проехать, мне что-то мешает. А, Изида М1 и Васпем М1, соответственно, я в дальнейшем буду их качать до М2. А, ну и, по сути, думаю, что мне эта маневренность это по-любому придаст. Так, давай, езжай туда, потому что сейчас тебя будут гасить. Мне это не нужно. Проверяй, чтобы не было у меня киллов, а то что-то у меня какое-то опасение есть, что я где-то какой-то лишний килл сделал. Блин, да смотри, и он прям направленно по мне фигачит. Ну давай, овердрайв ты зафигачь, чувак. Ёлки-палки, да, бляха-муха. Ну, второе место. Так, чё, всё, что ли? То есть мы победили. Я заработал 92... кристалла и вошел в тройку лидеров. Ну-ка, все заданки, что ли, я выпил? Ес! Ну, это, ребята, просто изи-катка. Соответственно, вот эти вот заданки я в дальнейшем буду использовать для продления цепочки. Сейчас сразу все их не буду забирать. Одно я уже забрал, у меня цепочка пока не прерывается. Вот завтра, допустим, я снимать не буду, играть, скорее всего, не буду. Я просто зайду, возьму заданку, и цепочка у меня прерываться тем самым не будет. Ну и, соответственно, за цепочку я потом получу контейнер. Это, на мой взгляд, очень круто. Так, парни, хорош меня фигачить. Вы что, с ума что сошли? Ну и, соответственно, стоит, наверное, на этом заканчивать, потому что нормальная катка получилась, что прикольно сыграли, я доволен, затащили на самом деле каточку. В общем, буду нагонять, буду вот так вот стараться. О, опять, сколько опыта, блин, не успел зитку вылечить. Опять нафармил неплохо опыта за эту катку. В общем, ребята, так, по поводу друзей, точно забыл. АС антикиллер. Так вот, ребят, по поводу друзей, добавлять я буду только тех, у кого будет вот такая приписка антикиллер. А, то есть не важно, что у вас вначале. У меня вот, например, Мих антикиллер, может быть там Серега антикиллер, а может быть там Диман антикиллер, Санек антикиллер. Да вообще любое слово, главное, чтобы была приписка антикиллер, и, соответственно, я вас добавлю. При этом не важно, делаете ли вы киллы, не делаете вы киллы, просто если антикиллер есть у вас, я буду вас добавлять. В общем, ладно, ребята, наверное, действительно стоит заканчивать, уже долго видос идет, играйте со мной, буду потихоньку. Кстати, ник этого аккаунта тоже будет в описании под видео, смотрите, добавляйтесь. Всем огромное спасибо за просмотр, как всегда вам желаю крепкого богатырского здоровья, отличного настроения, ну и удачи как в танках, так и по жизни. Всем счастливо, ребята. До новых встреч.